Вот и закончился фестиваль «Запорожские врата» на стадионе «Локомотив», который проходил 2 дня. Ну, в общем-то, вы знаете, фестиваль был представлен оригинальными моделями. Был забег лошади с «Запорожца», с мотоциклом. По-своему было интересно. Так что «Запорожские врата» прощаются с жителями Запорожья. И желаю им еще год прожить весело. Я поздравляю всех со святым праздником Троицей и приглашаю в следующем году на подобный фестиваль на стадион «Локомотив». Надеюсь, эта традиция будет неизменной. Всем всего хорошего!